Для приготовления такого рулетика нам понадобится 3 сырых куриных яйца, 2 плавленых сырка, желательно брать покачественней, майонез, соль, зубчик чеснока и любая зелень, у меня замороженный укроп. Сначала мы будем делать начинку. Первым делом натираем сырки на крупной терке. Натертым плавленым сыркам добавляем очищенный зубчик чеснока, выдавленный через чеснокодавку. Добавляем также сюда измельченную зелень, ложку, столовую ложку одну майонеза. Солим по вкусу. И все вот это тщательно перемешиваем. Такая вот начинка у нас в итоге получается. Мы ее оставляем на некоторое время, чтобы она поднастояла. С тем временем будем делать блинчики для рыжих. Разбиваем 3 яйца. И добавляем 3 столовые ложки майонеза. На каждое яйцо у нас идет 1 столовая ложка майонеза. Солим по вкусу. И все тщательно взбиваем. Такое тесто у вас в итоге должно получиться, слегка жидковатое. Выпекаем наши блинчики на раскаленной сковородке. Вот такие блинчики у нас получились. Испекла я не 3, а 4 штучки. Сейчас они у нас остынут, и мы будем собирать нашу начинку примерно на 3 равные части. Укладываем первый блинчик, берем начинку и распределяем ее тоненьким слоем вот так вот по блинчику, растаскиваем немножко. Вымываем то, что мы промазали, следующим блинчиком. Так же самое прослаиваем так до конца все наши блинчики. Сверху у нас получается блинчик без начинки, и теперь нам нужно вот это свернуть в тоненький рулетик. Берем аккуратно за края, подгибаем, как бы немножко заворачивая, и закручиваем рулетик. Вот такой вот рулетик у нас получился. Сейчас мы отправляем его в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался и настоялся. Вот такая вкусная, красивая закуска на новогодний стол у нас сегодня с вами получилась. Вкусно, просто, быстро. Вы сами видели, сколько мне понадобилось времени и продуктов. Надеюсь, кому-то наш рецепт понравится, пригодится. Всех поздравляем с наступающими новогодними праздниками. Всем удачи, всем пока!